Трасса 101. Приветствую, в эфире «Трасса 101». Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Государственная дума в ближайшие недели может рассмотреть законопроект об отмене системы «Платон». Впрочем, отмена это или приостановление действия пока не уточняется. Авторы инициативы уверены в том, что такой шаг, цитирую, в первую очередь снизит издержки на транспортировку продуктов питания, а значит будет способствовать сдерживанию роста цен на продовольствие и облегчит его поставки в российские регионы. «Платон» был внедрен в конце 2015 года. В рамках системы за проезд по федеральным трассам с грузовиков массой более 12 тонн сейчас взимается 2 рубля 54 копейки за километр. Трасса 101. В Федеральном министерстве экономического развития подтвердили, что готовится автоматическое продление срока действия всех водительских удостоверений на 3 года. Речь идет о правах, которые по действующим нормам надо поменять в период с 1 января 2022 по 31 декабря 2023 года. То есть, получается, они будут действительны до истечения 2026. Чиновники объясняют это стремлением не отвлекать обладателей водительских документов от насущных забот, избавить их от дополнительного оформления бумаг, а также от прохождения медкомиссии. Однако, когда новшество вступит в силу, не сообщается. Трасса 101. Верховный суд еще раз подтвердил, что после употребления таких медицинских препаратов, как волокордин и корвалол, за руль садиться нельзя, лишь прав. Данное лекарство содержит психотропные вещества. С судом хотел поспорить россиянин, который остался без водительского удостоверения, приняв немного корвалола. Главное, на чем он настаивал, это то, что капли находятся в свободной продаже. На что Фемида ответила примерно следующее. Водка тоже свободно продается, но все знают, что водка и водитель – понятия несовместимые. Кстати, следы лекарств в организме присутствуют намного дольше, чем алкоголь. Трасса 101. Hyundai Solaris признан автомобилем с наихудшей шумоизоляцией. Такое мнение россияне высказали в ходе онлайн-опроса, организованного агентством «Автостат». Ненамного лучше дела с шумкой обстоят у Kia Rio. На 3-й строчке антирейтинга оказался Kia Cerato. Также в пятерку вошли Lada Largus и Hyundai Creta. Участникам исследования предлагалось оценить шумоизоляцию моделей по 100-бальной шкале. Упомянутые авто набрали от 17 до 35 очков. Названия легковушек, которые получили максимальные оценки, будут опубликованы позднее. Трасса 101. А Соединенные Штаты Америки захлестнула волна воровства бензина, что объясняется высокими ценами на топливо. Причем действуют злоумышленники довольно варварски, просто делают дырку в бензобаке и сливают горючее. По данным СМИ, во Флориде задержали целую ОПГ, которая украла бензина на 60 тысяч долларов для себя и на продажу. Полиция успокаивает людей. Вы сами можете не допустить слива. Для этого оставляйте машину на ночь в гараже, либо на улице, но в освещенном месте и оборудованном видеокамерами. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. «Трасса 101».